Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Shadow Fight 2 История Сенсея. Поехали. Так, что у нас получается сейчас в дальнейшем? Мы должны с тобой дальше проходить убежище, судя по всему. Другого варианта нету, потому что фабрика выполнена. Остается убежище, у нас с тобой 779 чипов, 57 гемов. Уровень сложности легко. Поехали тогда. Че я буду тут рассусоливаться? Опять аква. Ё-моё, опять что ли пойдет спам? Ну, кстати, у нас сейчас с тобой довольно неплохие пукалки в руках. Так что, думаю, сейчас мы повеселимся. Хотя саи мне больше нравились. Воу. Трындец. Просто трындец, друзья мои. Тут вообще разговоров нету. По-моему, слишком громко. Тебе не кажется? Сейчас я этот бой выиграю и сделаю потише немножко звук. Ой. Ой, сейчас бумкнет. Ну что, все, красавица? Пора тебе погибнуть. Да, жесткие пушки на самом деле. Так, ну что? Победили, и остается у нас с тобой вот всего лишь одна строчка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь боев, короче. Ну что, друзья мои, я готов. До сих пор еще уровень сложности легко. Тут у нас риск выпендривается против меня. Сейчас мы и его нахлобучим. Ясен перец. Сейчас у нас бои идут с тобой чисто на фарм бабла. Ну-ка. Опа. Тихо, родной. Так не делают у нас в пещерке в нашей. Вот и все, перфект. Даже не поцарапал меня. Да, с этими пушками, которые у меня в руках, ребята, приходится просто стоять и бить. Если я буду делать вперед, да, вот так вот, и на удар, у меня получается вот такая штука. А это на самом деле напрягает. Бумс. Ну ты понял, да, почему напрягает? Да чтоб тебя, на. Так все-таки проще, намного, сейчас он взорвется. То есть тебе не нужно даже никаких делать телодвижений, что-то париться. Просто стоишь на месте, он подходит к тебе, бомбишь. Если он стоит вдалеке, ты просто защищаешься, все. Так, опять у нас Сигнус. Все ему мало. Но это, по ходу дела, ребят, последний заход у нас. Вот сейчас мы пройдем еще по кругу этих ребятулек. Ну и там, наверное, что-то либо откроется, либо все-таки уже дадут мне доступ к Титану. Ну все, парень, по-моему, пора тебе уже отдуплиться в конце-то концов. Вообще ничего не делаю. Я считаю, что это изи. По-другому не скажешь. Так, второй раунд. Давай. Ахламон, я тебя жду, что там прикрылся. Несмотря на то, что он был в блоке, ребят, все равно я повесил на него бомбу. Все, ему крышка. Ему крышка. Да, это читерство уже какое-то. Если вот такой вот штукой бомбить, интересно, Титана получится или нет? Мне почему-то кажется, что вряд ли. Иначе бы просто вы бы не говорили, что это жесть какая-то. Вот так вот просто легко подбить Титана вот этими пушками, вешая на него бомбу. Может быть, на него нельзя ничего повесить, на Титана? А? Друзья мои, в чем секрет этого Титана? Ты скажешь, узнаешь, когда дойдешь, да? Верно. Узнаю, когда дойду. Поэтому я и снимаю очередную серию. Хочу как можно быстрее до него дойти. Победить Титана и успокоиться уже. Беречь свои дальше нервы. Так, перфект. Ну, неплохо. Фарм идет. Монетка капает. Точнее, чип капает к нам в копилку, и у нас остается еще всего лишь 5 боев, ребят. 5 боев. Почти 2000 чипов я накопил. Неплохой вклад. Единственное, что да, у нас не идут гемы. А самые элитные пукалки у нас продаются именно за гемы. Так, ну что, давай, котик, посмотрим. Ой, 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 ой. Ой, родной ты мой. Как тебе было, Бобо, да? И ничего-то тебе не помогает. Ай, Квазимода летающий. Ну иди сюда, паршивец. Сейчас я тебя буду учить уму-разуму. На. Ага, ага. Все? Закончились твои пляски? Не понял. Это что сейчас было-то, парень? А? Все?
Успокоился? Вот и сиди там. Кстати, мы, по-моему, сейчас уровень с тобой получим. Ну, не сейчас, но скоро уже. Что-то я уж больно сильно закачался, по-моему, да? Что? Опять ты? Почему опять Сигнус? А, ну да. Кошка же у нас была последняя, получается, да? Слушай, а где же тогда Аква? Или она сейчас будет? Ну-ка. Оп, это ж надо было так промахнуться. Ну смотри, он просто сам на меня идет. Я ничего не, ребят, не делаю вообще. Просто бью, нажимаю тупо одну кнопку. Все. Во-первых, у этих пушек очень-очень высокая скорость. Во-вторых, она не так далеко отталкивает противника от себя. То есть, понимаешь, да? То есть, вот он стоит. Дал мне пяткой в лицо. Прописал, причем довольно неплохо. Ну и тут ему все, друзья мои, кранты. Сейчас мы еще вот так вот сделаем с тобой. Ой, подожди-ка, а он же стоял не там. Видимо, его волной задело. Зацепило, так сказать. Зацепило его, да? Ну что, вот. Уже уровень сложности нормальный. То есть, враг, ну, хоть что-то будет из себя представлять. И это риск. С двумя своими ножами, мечами, я даже не знаю, тесаки, не тесаки. Ну, в любом случае, я думаю, что здесь ничего хорошего у него не получится. Поехали. Опа. А ну-ка. Все, повесили. Тут главное повесить, и можно стоять, ждать, когда произойдет взрыв. Ну, если есть такое желание, ты можешь его пробить. Так, давай, родной, иди сюда. Сейчас я тебя научу уму-разуму. Так, блокируется, естественно, ребят. Ну, ногами здесь можно вообще не бить, если честно. Вот так есть только. И поджар. Ах ты, нет, я успел. Успел сделать поджарочку ему. То есть, если я взмахнул рукой в небо, то дальше можно получать урон, все равно луч этот прилетит. Вот как это работает. А вот она и аква. Аква-минерали. Давай, разберемся сейчас с ней. Осталось всего два боя, вот она и... Кто там? Кошка, тигр последний там будет. Хорош, красотуля. Опачки! Ты видел? Вот это, конечно, ты молодец. Вот это ты молодец, родная моя. Вот это ты сделала тут, папочки, сюрприз. С одного удара отняла практически большую часть здоровья. Это что за фокусы такие, я не понял. Тебя мало дома по попе ремнем били? Или что такое, я не понял. Что ты тут себе позволяешь? Конечно. Попрыгай мне тут еще. Еще? Мало тебе, на. Смотри, любительница попрыгать. Да получи ты уже в лобешник. Ага, прыжок, да? Что, 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 что ты? Слишком долго разогреваешься, дамочка. Слишком долго. Вот и все. Ну и кто же у нас там последний? Сложно. Слушай, я надеюсь, продолжение это будет какое-то. Я уже все. Фабрика закрыта, последний бой здесь. Титан меня к себе не пускает. Что происходит? Раптор. Ну, иди сюда. Так, получил? Доволен? Ага, конечно. Отлично. Ну что, крышка ему, не крышка, ребят? Нет, еще пока живет. Ой-ой-ой-ой-ой, зачем так сделал? А вообще-то можно, ребят, его добить. Все. Надеюсь, Сейфер сейчас со мной. Блин, раунд 2. Что-то я вперед, батьки, в пекло-то лезу. Еще не закончил бой, а уже о Сейфере говорю. Ну. Смотри, 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 блокируется. Очень хорошо у него получается, но все равно повесил. Это чистой воды спам, друзья мои. Чистой воды. Все, крышка ему. Свой среди своих. То есть я доказал, да, что я достоин находиться в их компании. Наконец-то. Ну давай, потрещим. Ты его отключил. Секунду, я проверю чип памяти. Готово. Древний сейчас в каменном лесу. Не самое приятное место. Но что поделать? Так, Сайфер говорит, что неплохо. Я получил 47-й уровень. Какой древний, какой лес, о чем они сейчас говорят? Так, а вот здесь, значит, прокачка нужна. Рикошет, либо перегрузка.
При полной зарядке магии 5 успешных атак ближнего боя подряд дадут. Ну это тяжело сделать, 5 атак ближнего боя подряд. Тогда, конечно, лучше рикошет. Полностью заблокировать урон от метательного оружия. То есть в тебя бросает Цюрик, и у тебя 20% есть шанс отразить. И заберем с тобой вот здесь вот наши гемы. Ну-ка давай посмотрим, что за лес. Оу, каменный лес. Каменный лес принимает мой вызов. Я понял, но вначале я схожу и посмотрю, что вы там мне на продажу дадите. Так, ничего. Ты прикинь, они ничего мне не дают. Блин. Ну что, нам придется тогда прокачивать то, что у нас уже есть. Верняк, верняк. Так, блин, тут чуть-чуть не хватает. Ладно, пошли с тобой в каменный лес. Саван, нет, этого не может быть. Мы угодили в ловушку. Вот мы и встретились вновь. Я ждал тебя, тень. У нас с тобой осталось незаконченное дело. Вот здесь я с тобой согласен, парень. Акт 7, глава 2. Битва с Саваном, да, значит? А, древний опять здесь. Не страшись, я могу принять любой облик, в том числе и такой. Настоящему Савану здесь уже не бывать. Это тень? Он собирается уничтожить Титана. Ты нам поможешь? Вам не узреть Титана. Знаете, немало героев являлось сразиться с ним. Отваги и гордости были полны их слова, когда они говорили со мною. Недолг был их час, все они оказывались в своре гончих псов Титана, рвущих родные миры на куски, и пусты были глаза их раз за разом. Пойми же, тень особенный, ты не представляешь, через что он прошел, если ты поможешь нам, Титан падет. Хватит, не желая ничего знать, был лишь один особенный, но и он проиграл, как и все остальные, впрочем, предание минувших дней. Хм, это, наверное, древний и был, он проиграл, он был особенным. Так, без блоков, что там? Секунду, покажи мне условия. Без блоков удары только ногами. Узри тех, кто был до тебя, героев, что живы в моей памяти, и я покажу тебе их. Сразись с ними, с каждым по правилам его родного мира, и ты поймешь, каких доблестных воинов Титан поставил на колени. Все схватки ты будешь бить противника только ногами, защищаться же от его ударов не сможешь. Понял, только ногами. Ух ты, омут! Да, в омуте черти водятся, я это знаю. А значит, он с копьишком, а я должен только ногами, зашибись. Молодцы, красавцы. Так, ноги мои работают? Работают. Поехали. Ой. Самое противное, что у меня, ребят, броня-то не фуловая. Или фуловая, нет, броня фуловая. Так, да, у меня перк неплохой стоит. Подожди, что ты тут вытворяешь-то, эй, жаба. На, на тебе. Блин, тут еще 2 раунда надо. Ой, жабаненок, блин. Да ладно. А если я так сделаю? Все? Кисломолочная жаба сдулась? Нет, еще раунд. Конечно же, еще раунд. Копишка-то где-то выкопал. Где ты его взял-то? У какого племени стырил, парень? Что? Что? Ты что там делаешь? Еще свой пердеж выпускает в меня, ты понимаешь? Да, хорош. Так, так, так. Ай, немножко не то сделал. Моя, блин, моя очередь. Поехали. Ага. Эх, как бы сейчас бы по сраке получил бы, а? Ну, в любом случае, омут, друзья мои, сдулся. В любом случае. Так. Тень, прием. Ты впечатлил наших бойцов, но еще есть желающие посоревноваться с тобой по особым правилам. Один из них ждет тебя в убежище. Покажи. Дуэли, да неужели дуэли разблокированы? Спасибо вам большое. Так, кто там хотел со мной подраться? Вот этот вот, да?
Так, поражение при выходе за ринг. 50 гемов на кону. В этом бою ты проиграешь, если выйдешь в красную зону. Да я понял, Сейфер, не учи ученого. Блин, капкан. Этот со своими вертушками-то любитель, конечно, загонять. Но я-то буду стоять на месте, друзья мои. Просто стоять на месте. Надеюсь, мне дадут мое оружие, которое родное мое. Прока... Да нет, блин. Да ну, хорош. Такое фуфло подкинули, а. Да, друзья мои, с таким-то нам оружием только и драться. Да мне проще ногами его тогда бомбить. Ну или заклинанием, в конце концов. Оу. А я не знал, что у меня газовая атака того пердуна. Есть. Так, слушай, ну газовая атака — это хорошо. Я думал, лучше, опять же. Так, ну первый раунд мы с тобой все-таки одолели. Главное не стоять возле этой фигни, ребят. Тю, закатился. Я ведь так и думал, что он сделает именно вот так вот. Значит, не будем раскрываться. Что я могу тебе еще посоветовать? Не будем раскрываться. Он ждет, смотри, он ждет. Поехали. Вот так вот. Это для начала. Тихо ты, нифига так, с таким размахом. Не-не-не-не, ребят, не надо. Не надо такого позволять. Так, короче, заклинаху копим. И просто травим его газом. Поехали. В плане. Ты что делаешь, а? Он сбил меня. Ну, говнюк, ну кусок маразма, а? На! Так, мне бы бросок бы ему сделать, друзья мои. Так, он меня провоцирует, я понимаю, что он хочет. Ага. Ах ты! Слушай, ну так-то понятно, у него тоже, оказывается, есть газовая атака. Халабуда несчастный. Друзья мои, ну ты понимаешь, да, почему я проиграл? Во-первых, мне дали говно оружие. Я их терпеть не могу, эти тяжи. Просто ненавижу. Во-первых, ты видел, да? Какой у него там размах идет. То есть ты можешь спокойно сам залететь в красную зону, даже без его помощи. Тут только ноги, ребят. Только ногами. Опять же, нужно успевать все это делать. Вот видишь, что он творит. Блин, по особым, говорит, правилам, блин. Да, на... Ой. Ой. Так, ребят, ну, может быть, кулаками оно и лучше будет. То есть у меня даже перки мои не срабатывают, да? Потому что он на мне говнокостюм какой-то сам забежал. Короче, его цель — выманить меня в красную зону. Или чтобы я как можно ближе стоял, чтобы ему помочь в этом деле. Иди отсюда. Да не, ну, ну это чушь, ну полная чушь. Иди, говорю, отсюда. Так, давай. Вот. Вот только так можно, ребята. Все, вот. Бьешь, бьешь его, у тебя накапливается магия. Ну, желательно ее применять, когда он лежит, чтобы эффект сработал на 100%. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как я закатил. Тихо, хорошо, что я успел уйти. Поехали. Так, получил. Хорош. Так, попробуем подсечку. Угу, угу. Так, теперь применяем. И уничтожаем. Куда ты, блин? Ладно, лучше, лучше стоим на месте, ребят. Лучше не выпендриваемся. Пускай он тут крутится. Я его так добью. Все. Фух. Все, всплакнул. Чепушило несчастный. Так, дуэль закрыта. А у нас с вами... Каменный лес. Бой в темноте без шкалы здоровья. И это безумка. Так, секунду, секунду, друзья мои. Опа. Телескопический посох. Ёп. Пневмокулаки. Ядрить тебе на корень. Когти-шокеры. О, друзья мои, ну это 49 уровень. Так что пока я со своими пуколками побегаю. Так, а тут-то что? Вот, 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 ребят, токсическое облако я, пожалуй, куплю.
Я, пожалуй, куплю, мне оно понравилось. Вот, оставим его, короче, что у нас. Это что такое? Мины. Ну, мне, в принципе, и испепелитель мой нравится, но мины. Хм, опа. Лазерная маска. Ксеноновый шлем. Маска со жвалами. Но опять же, вот. Киберкабута, ну, честно говоря, на магию как-то не особо. Звездная кираса. Это моя кираса, да? Так, а из новенького тут... Ну, знаешь, я, честно говоря, ничего такого не вижу. Все-таки моя кираса лучше. Для меня. Ну что, ребята, поехали. Каменный лес. Временами тьма будет окутывать вас в этом бою. И вдобавок, вы не будете знать, насколько здоров твой противник. Ну, в принципе, ой. Мефисто. Мне, в принципе, этого знать не надо. Мне главное... Ё-моё, нифига он. Так, проверим. Кто попал? Кто куда попал? Я попал, да? Ага. Давай, поехали. Так, по-моему... Ага. Ты достал! Блин, у него пила там какая-то. Все? Изикатка, ребята. У него меч... Меч-пила, скажем так. Ах ты шимпанзе. Повесил. Так, он там взлетел. Друзья мои, ну это вообще изи. Легче легкого, я бы так сказал бы. Ты сам прекрасно видел. Что следующее у нас там? Землетрясение. Сама земля порой будет содрогаться у вас под ногами. И падая, ты будешь терпеть урон. Гарпия. Действительно похоже на гарпию. Только интересно, умеет ли она так же летать изящно, как гарпия. И я в этом сомневаюсь. А я-то ей люли буду. Ой, как сейчас. Подожди. Я погиб от землетрясения или от того, что она меня ударила? Не понял я, ну-ка. Да что ты, блин, дуралей делаешь? Прыгаем. Куда прыгаем-то, уже поздно. Хотя не поздно еще. Смотри, что происходит. На-ка! Всадил ей пулечку. Прямо в лузочку. Так, ну что, давай. Тут еще непонятно, когда это землетрясение происходит, понимаешь? Прыгаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Землетряс? Ну все, родная, по-моему... По-моему, крышка должна быть. Прыгаем. Блин, даже надо было приземлиться во время вот этой фигни. Ну все, может быть, уже. Так, облако. Есть, контактиш. Да, гарпия. Вот тебе и вся гарпия. Вышла, как говорится. Иссякла, безумочка. Так, в этом бою ты проиграешь, вступив в красное поле. Твой же враг невидим. Угу. Ну я, ребят, не буду ничего делать. Буду стоять на месте, как я обычно и делаю. Как я привык уже к этому виду оружия. Меньше движений, больше эффекта. Так, главное отходить от этой зоны. Куда он там? Так, откатись! Ну ты гаденыш, а? Все, победили. Слушай, ну на самом деле вот эти вот тонфу, которые у меня одеты, ну они имбовые, ну согласись. Ну ты смотри, я вообще ничего не делаю. Ой! Опачки, друзья мои. А как так-то? Вот и все, и нету у меня никаких тонфу. А че? Да. Получил поддых. Как-то так я напоролся на его кулак. Я не знаю, ребят, чем он меня там звезданул. Что успело сработать дерево, меня немножко отхилить. То есть... Делай выводы. Так, откатимся с тобой.
Зачем так? Вот зачем ты так делаешь? Все, готов, парень. Ну, я не знаю, довольно серьезный противник был. Не знаю, что у него там за оружие было, но урон, конечно, колоссальный. А так, в этом бою ты проиграешь, если простоишь 5, понятно, 5 секунд на земле. Что? А также если упадешь? Я там дочитал краем глаза, а также если упадешь. И мне дают еще какого-то голема. Опа. Вот такие ружбеки-то у них. Так, 5 секунд, да? Ну, повесили. Убили. То есть мне нельзя здесь и падать, и стоять долго. Так, ладно. Ой, хорошо. Ну ты сам прекрасно все понял, да? Это достойно смеха. И уже сразу уровень нормально. Победа по очкам, удары только в голову. Слушай, вот Тонфу насчет удары в голову, конечно, тут... тут проблема, у нее только один есть удар. Это взмах. А, ну можно ногами же. Почему бы и нет? Ну-ка, хороший, тебе сказал. Твою налево, блин. На... Да ладно! Ты, парень, ты не охренел ли, блин, а? Фига ты раз... Раздухарился-то, блин. Смотри, что творит. Я не могу понять, у меня здоровье есть? А, нет, тут только, видимо, очки. Он уже агрессивным стал. А, по времени свалился. Фига ты, хмырь болотный. Ну-ка, иди сюда, блин. Будем уму-разуму тебя учить. Зашибись, я, главное, не поп... Да что за фигня-то, блин? Так, ну-ка, попробуем. А что мне это дает? Мне это ничего не дает ровным счетом. Но ведь это не считается как удар, нет? Да вот так вот буду его бомбить, да и все, ребят. Тот же самый эффект. 4 удара. Все, тянем время. Что-то я, честно говоря, не думал. Так, друзья мои, сори, отвлекли чуть-чуть. Блин, как мне это... Боком не вышло все, отвлечение это. Поехали. Пока он ведет, 1-1 у нас. 2-1. 2-1. Сейчас еще попробуем. 4-1. Вставай, вставай, гаденыш, 5-1. 5-1, 6-1. Ну все, я думаю, что тут победа за мной. 7-1. Все, все, хоть ты там запрыгайся. 7-1, неплохой результат. И не надо ничего прыгать там, выпендриваться, просто завалил его, да и все. Уже 48 уровень, что так быстро-то? Дерево, дерево, конечно, ребят. Прокачиваем с вами. Так, и продолжаем. Безумный бой у нас с тобой. Так, в этом бою урон противнику можно нанести только в указанной области. Да ты достал, Мефисто, что ты от меня не отстанешь, а? Все лезет и лезет, ему нравится. Короче, только в определенной области. Ищем эту область, она должна подсвечиваться. Хорош. Окей, вот она, эта область. А интересно, а бомбочка будет наносить ему урон? Нет. Если он находится не в указанной области, ребята, то ты будешь вот так вот погибать, как я. Угу. С удара ногами в табло, все, сразу смерть. Вот и делай выводы. Я офигею. С удара ногами в табло ты сразу труп. Слушай, может быть, он мне просто в голову зарядил? А если я так сделаю? Он получает ослабление, да? Да тут ты хоть его забомби, тут ему по барабану, ребят. Вот, вот здесь получает он урон. Ай, зачем я его выбросил с этой зоны? Ладно, поехали дальше. Просто его прессингом, ребят, прессингом. Не даем ему расслабиться. Так. Прогиб бесполезный. Так, если... Во, сейчас я его загоню.
И вот тут мы его и похороним. Твою налево, блин, похоронил тоже мне. Поехали. Ну, твою налево. Хм, отдуплился как-никак. Так, друзья мои, третий раунд у нас. Я офигею. Определенную зону им нужно. Ага. Есть, ну, вот туда лети, парень. Пташкой. Взорвись. Смотри, что делать. Он специально, ребята, отходит от этой зоны. Хе-хе-хе, прокашлялся там. Кашлюн. Иди вон туда, в зону. Давай, давай, давай. Готов. Вот и все. Вот тебе вся безумка. Просто надо понять условия победы, и сразу становится легче. И на душе. Так, уклоняйтесь от металки. Чего? Сразу же? Так, голем. То есть, если металка в меня попадает, я сразу проигрываю. Это, помнишь, была такая же испыталочка, когда с магией, уклонитесь от магии. Ну, надеюсь, у меня получится. Так, парень неплохо начал. А как он кончит? Тут, ребят, ну, на самом деле, некогда выпендриваться. Тут надо бомбить его. Все, ты сам понимаешь, металку одну бросит. И... с моим везением по поводу приседания и отпрыгивания, ты знаешь, да? Я сразу сфейлюсь. Поэтому вот так вот просто прессуем его. Нет! Видишь, что он хотел сделать? Вот, об этом я тебе говорю. Так, попробуем. Ага. Покашли, покашли там. Бацилла ходячая. Ну что? Каменный лес пока мне дается очень даже неплохо. Что у нас тут за условия? Соверши бросок. Нет. Друзья мои, соверши бросок. У меня с бросками такая проблема. Тем более в указанной области. Ты понимаешь? Бросок сделать. Ё-моё. Так, ну, по крайней мере, я без оружия, ладно. В этой области, да, я должен делать? Вот, где звездочка. Ну иди сюда, жаба. Ах. Что? Что это было? Ребят, по-моему, нужна прокачка. По-моему, нужна прокачка, если честно. Потому что, ну, мы с тобой и так уже долго терпим. Пневмокулаки. Мне кажется, это кулаки, которые у голема. Так. Когти-шокеры. Мне кажется, что это... в которых была гарпия. Я все-таки оставлю свои тонфы. Да, единственное, что я их прокачаю. Так, погоди секунду. Блин, броня-то какая дорогая, а что это у нас вот это? Щит. Меньше получаемый урон. Это не то. Ну а как мне быть-то тогда? Ну оружие я прокачаю. Ну давай прокачаем. 48 уровня оно стало у меня. Сколько урон? 1251. А тут 1258. Не на прокачанном. Так. Но опять же. Опять же, бросок. Безумно. Блин. Слушай, ну с бросками вообще беда у меня, если честно. Я могу только возле стенки, если прижать, то да, бросок могу сделать. Но тут... твою налево. И у меня только ногами и руками удары, да? Вот он мне сделал бросок. Молодец, красавчик. Да тихо ты. Да ё-моё. Ну дай я тебе бросок-то сделаю. Он мне только делает броски, ты понимаешь? Тут всего один раунд. Один бросок нужно, видимо, сделать, и все. Как ему это сделать, бросок? Он мотыляется туда-сюда. Я даже не могу его подхватить, друзья мои. Ни прогибом, ничего, да? Ну? Ну вот же! Какой, блядь, удар, а? Да, блин, уже поздняк, уже зона не та.
Ну, ну вот же он. Ну бери тепленьким его. Твою же налево, а. Фигня получается, друзья мои, какие-то. Я не знаю, я пойду сейчас в тренировочную, посмотрю, как этот бросок делается. Я все делаю. Все делаю как надо. Ну-ка, как там у нас посмотреть наше движение-то? Вот здесь вот. Так, бросок. Это выстрел, тяжелый удар. Так, бросок. Это прогиб, это все понятно. Швырнуть через себя. Швырнуть через себя. Ну, назад и удар. Это есть бросок. Это сзади. Бросок прогибом. Ну, разве он так? Я не так делал, ребята, бросок прогибом. А, фу ты, ё-моё. Это вот здесь просто стоит. Вот здесь стоит, а я смотрю вот на это, думаю, какой бросок прогибом. Фляг назад. Вот эта вот фигня у меня не получается никогда. Вот прикинь, никогда. Что вот это. Что вот это. Не получается, ребят. Но назад и удар. Вблизи. Назад и удар. Ну что, надо стараться, я не знаю, ребят. Ну, другого варика нету. Надо стараться. Но я все делаю так, как и написано. То есть в противоположную сторону от врага ты нажимаешь движение и удар руки, конечно же. Вблизи. Ну вот смотри. Да почему ты, блин, бьешь ты его? Иди сюда, жаба. Иди. Вот, он вблизи. Твою ж, блин, кикимору. Да если здесь не получается даже вот эта вот ерунда, ребята, которую я говорю тебе, вот это вот. Вот это вот проскальзывание. Просто не получается. Ну как вот ты будешь здесь делать? Видишь, вот назад делаю. Вот это назад. Он должен откатываться. Откатился в мир иной. Бред. Надо ловить. Ловить, ребята. Как сделаю бросок, сразу подключусь. Да ладно. Ё-моё. Фу. Перехватил я его все-таки. Так, друзья мои, ну что, побед за нами. Если бы здесь было два раунда, я вряд ли бы смог победить. Ну не получается у меня броски. Так, враг регенерирует, да, короче. Поехали. Да опять этот Мефисто, психопат. Тут уровень сложности невозможно. То есть, если мне, наверное, сейчас прилетит один удар в любую часть тела, у меня кранты. Так что надо аккуратно. Вот именно про это я тебе и говорил. Что? А, ну да, регенерация же, конечно же. Так, надо вешать на него бомбу. Друзья мои, других вариантов я не вижу. Так, ну, готов, парень? Шваркнули мы его. Давай дальше, продолжаем наш бой. Лети сюда, Карлсон. Поехали. Опа. Хорошечно, да, так вышло? Ох, сейчас было бы прекрасно, если бы я его в воздухе подбил бы. Все, ушатал. Друзья мои, я ушатал его. 264 чипа получаем и... Безумно. Блин, ну управление наоборот. Так, голем. То есть, если мы идем вперед, это назад. Главное к этому, ребята, привыкнуть. И, в принципе, этот хлопчик будет наш. То есть, нажимаем просто с тобой тупо назад. А лучше вообще не нажимаем никуда, просто... Опа! Харе! Роднуля! Ай, блин, все наоборот делаю. Поехали. Все, ему крышка, ребят. Первый раунд за нами.
И не надо ругаться. Это такое оружие, ребята, имба. С ним особо здесь не забалуешь. Тут всего лишь два варианта. Либо вот так бомбить. Либо вот так. Все, больше здесь, ну, нету никаких возможностей себя проявить. Так, ну что, у нас с тобой последний бой. Достигни стиля агрессив. Ну, это вряд ли у меня, конечно, получится. Хотя в тот раз мы агрессивку получили с тобой. Но это, по-моему, всего два раза за всю игру было. Это, то есть, я должен бомбить тут просто без передыху. Но он все равно же будет получать урон, так ведь? Сейчас проверим. Сейчас проверим. Так, иди сюда. Упс. Ну, мы терпим, терпим удар. Все? Оу-оу-оу-оу. Так, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай, тень, бомбим-бомбим. Че он там делает? Поехали. Упс. Смотри, смотри, что творит. В табло. Сейчас взорвется еще. А если я вот так сделаю? Зря, это было глупо. Да ж какие пукалки ты врубаешь, блин, какие пукалки. Хотя, хотя, ребят, подожди, 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 подожди. Я его просто зажимаю, ну, он блокирует. Есть, в табло прописал, еще в табло. И готовченко, парень. Все, ребята, мы прошли с вами. Да, тень, воистину, ты силен и искусен в бою. Но, молю, забудь о битве с Титаном, прячься, а я помогу. Я дам тебе новый облик, и все они будут видеть в тебе бойца армии Титана. Приди в себя, ты же знаешь, он не остановится ни перед чем. Раз так, у меня нет выбора, кроме как самому встать у тебя на пути. Титан не получит еще одного могучего слугу в твоем лице. Древний против меня? Упс. Так, если я его побеждаю, друзья мои, мы с вами зарабатываем неплохо. Так. Древний, что он делает? Сейчас посмотрим. Что у него там в руке? Оу, воу, воу. Да-да, у какой-то, да? Тихо. Ё-моё, пробивает-то неплохо. Я даже не нанес ему удара, ты прикинь? Хорошо, это была разминка, ребят. Это была просто-напросто разминка. Сейчас попробуем что-нибудь сделать. Пинка получил, блин. То есть у меня блока нету, да, я понимаю, ребят? Блока мне здесь не видать. Бомбочка сработала? Сработала. Поехали. Ну, готов. Так, 1-1. Слушай, ну, если бомба срабатывает, то, в принципе, если я сейчас от него ускочу... Блин, ускакал. Твою налево, я хотел заклинаху применить. Я проиграл только из-за того, что на заклинание стал нажимать. Заново, конечно же, заново. Какой там нафиг? Какой-то древний будет тут еще мне указывать, что мне делать. Ну и, конечно, броня. Броня подводит. Естественно, друзья мои, без прокачанной брони тут урон ты сам видишь, какой получаешь. Опа! Чего? С удара? Как-то... Как вообще такое может быть? Как он должен был критануть, чтобы с удара меня просто вырубить? Поехали. Поехали, блин. Слушай, что-то уж слишком жестко. Я пошел, короче, сейчас заточусь. Я ему устрою карнавальную ночь сейчас. Сейчас, подожди, сейчас, секундочку. Хламон, а? Так. Давай, точиться. Сколько у нас? 400 еще есть. На шлем хватит мне? Где шлем-то мой? Слушай, а шлем, наверное, можно поменять. И я бы, наверное, взял бы я, наверное, вот. Блин, какой бы взять-то? Вот это может быть. Да не все хороши, в принципе. Блин, я не могу заточить. Вообще не хватает ни на что. Оружие у меня по фулке. Ладно, ребят, я один раз точнул. Может быть, ну не такой уж сильный урон-то буду получать. Нифига себе, с удара вырубает меня. Так дело не пойдет. Мне бы хоть какой-то шанс как-то отбиться. У него еще эта фигня... Сам видишь, выдвижная. Поехали. Вот хотя бы вот так вот, ребят. Ё-моё.
щелкает только челюсть у него от моих этих тонфу. Все, гад, крышка тебе. Нет. А так. Стоп, 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 парень. Все. Вот когда не надо, броски у меня идеально получаются. Когда надо, хрен их дождешься. Так, я не буду тут экспериментировать с заклинаниями. Да ты смотри, что он творит. Мне бы вырубить бы его и применить. Давай. Опять, опять я, ребята. Он быстро встал, очень быстро встает, потому что я хотел заклинание применить. Применил он, блин, на свою голову. Древний, блин. Куда ты там распрыгался, кузнечик? Ага. Давай, давай, бомба сработала, отлично. Бомбочка сработала. Так, вставай, вставай, я еще не закончил. Ой, оу. Как он может, вот извини меня, я его бил, я прессингом, просто прессингом возле стенки занимался, прессингом, понимаешь, я его просто бомбил. И он мне по ногам раз, и по ногам два, и все, и вырубил с двух ударов, а я там без остановки просто махал. Ну и как это, блин, объяснить можно, а? Козлиная, блин, борода, древний тоже мне, блин, я тебе сейчас, блин, всю душу с тебя выбью, блин. Посмотри. Я просто без остановки, я как этот, как автомат, блин, Томпсона, блин, фигарю тут. Даже у автомата с такой скоростью пули не вылетает, как у меня, блин, тонфу работает. Хренеть, блин. Иди сюда. Поехали. Хватит шуточки тут шутковать уже, блин. Насмотрелся я на тебя, древний, налюбовался. Поехали. Правильно, что-то не сработало, нифига, блин. Поехали дальше. Сосунок еще тут будет, блин, выпендривается мне. Совсем не смотрю, хренел, блин, а? Нет. Не бывать этому. Не бывать, я сказал. Че ты тут выкрутасы еще свои делаешь, а? Не надо. Фу. Фу. Предан забвению. Вот так вот. Воистину, о тень, ты исполнен могущества, и силе твоей нет предела, ибо даже саван не всякий раз мог одолеть меня в учебном бою. Ты был учителем савана? Я уповал на него. Хватка, воля, мощь, всем этим он был наделен в избытке. Он мог стать долгожданным освободителем, а стал кнутом для рабов. Но теперь-то ты веришь, что у тени есть шанс победить Титана? Помоги нам. Давно минула та пора, когда я в кого-либо верил. Ступайте прочь, у меня ничего для вас нет. Тень, Кали, как слышно меня? Доложите обстановку. Мы нашли древнего, встреча оказалась в целом бесполезной, но древний изменил облик тени, и теперь он выглядит как солдат Титана. Любопытно. К Титану его все равно не пустят. Но у меня есть идея. В инкубаторе в его честь устраивают состязание. На церемонии, которая пройдет в цитадели Титана, победитель возглавит спецотряд Безликих. Это ваш шанс подобраться к Титану поближе. Так, 49 уровень, ребята. Что еще, блин, за инкубатор? Так, рикошет изучаем с тобой, да? Здесь забираем награды. В плане, а где еще-то одна? Эй, жулики. Да, друзья мои, открыт инкубатор. Невозможно! Ты серьезно? Невозможно, пишут мне. Что-нибудь новое есть? Нету нифига нового. Прокачаю. Так, теперь невозможно или возможно? Ё-моё, невозможно, ты прикинь? И... каменный лес тоже стал невозможным. В плане, я могу еще раз пройти? Сложность невозможна, победа по времени. Ну-ка, давай посмотрим. Продержи 60 секунд, давай проверим. Блин, опять Мефисто. Твою ж налево, мне придется заниматься фармом, друзья мои, чтобы прокачаться. Тут, я не знаю. 60 секунд продержаться, да, короче? Угу. Выдержали урон. Поехали.
Попал? Попал. Слушай, ну если я вот так вот сейчас буду прессингом заниматься, может быть, как-нибудь. Тут один раунд, один. Вот так вот его просто не выпускать. Да ты запарил. Да, он урон. Ну, ребят, вообще не получает практически. А я-то... А я отгребаю, будь здоров. 20 секунд, ребята, 20 секунд. Что-то я чувствую, сейчас что-то будет. Нафиг я, вот нафиг я сделал откат, а? Вот скажи мне. Да я понял, что я проиграл. Так, ребят, короче, вы понимаете, да? Что мне нужно будет делать? Мне нужно будет заниматься фармом. Естественно, при вас я этим заниматься не буду, потому что, ну, нет смысла. Во-первых, это очень долго. Во-вторых, неинтересно. А прокачать пушки я обязан. Для этого мне нужны чипы. И не только чипы. Ну-ка. Все равно невозможно, представляешь? А кто здесь, интересно, будет? Можно я посмотрю? Ох, ё-моё, изумруд. Стадия невозможна, да? Ё-моё, инкубатор. Так, что-то мне знаком меч этот в руках у этого чудика. Слушай, ну, по крайней мере, он урон тут получает. Это было невозможно. По-моему, это было очень даже возможно. Иди сюда, изумруд. Все, я понял тебя. Моя очередь. Ловить его надо, ребята, ловить. И желательно повесить на него, ну, конечно же, бомбу. Или просто врубать его к ядрине фени. Так. Ну, неплохо. Че, двигаемся дальше с тобой? Гранат. Изумруд, гранат, рубин, давайте потом алмаз. Сапфир и так далее. Что это за драгоценные камушки тут, извини меня, нашлись? Ага. А если я? Ой, парень, ты что-то потерял. По-моему, жизнь. Опа, нет. Бомбит, да, ребята. Короче, уровень невозможно сказывается здесь только на одном. На твоем уровне здоровья. А так осталось у меня прежней. А вот сам понимаешь, с хпшками. Да, большущая проблема. Опять же, это все из брони. Но если вот такой вот прессинг делать, то, в принципе, ребят, шансы есть. Шансы есть. Шансы всегда у всех есть, поэтому подбили мы его. Ну что, дальше идем с тобой? Да пас. Ну, я так и понял. Решили мне снабдить драк металлами, драк камнями. Топас, он мне напоминает голема. А голем, я как помню, очень-очень чувствителен к бомбочкам. Где отсюда? Ой, не понял, что это? Как-то у него там вроде бы по нолям было, да? Вдруг в последний вдох он поверил в силы Всевышней, и у него хп восстановилось. Так. Что такое было, парень? Что это за... Ну, удар ногами ты сам видел. Ничтожно малы. Поэтому только бьем. Йоу, нифига под дых-то... Под дых-то мне, конечно, хорошо прилетело. Тут бесспорно, друзья мои. То есть любой... Любой пропущенный удар, прямой причем, сказывается на мне смертельно. Поехали. Все. Окутал я его в зловонное облако, и он погиб. И он погиб, понимаешь? Так. Тень, Кали, как слышите? Поступили новые разведданные. Судя по всему, Саван вышел из-под контроля Титана. Титан послал своего приближенного некого судью, чтобы привести его в чувство. Вот запись их переговоров. Внимание всем подразделениям. При обнаружении Савана доложить немедленно. Не пытайтесь задержать его самостоятельно. Он крайне опасен. А ну, назад! Я уничтожу любого, кто встанет между мной и моей добычей. То есть?
Он меня ищет? Берил. Мне кажется, Саван психанул и ищет меня. Так, Берил. Когти-то неплохие, ребята. Ну-ка. Оу, оу. Фига я с ним разобрался. За 3 секи. Отлично. Так, ну что, продолжим. Так же, хорошечно бою сейчас. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот к чему приводят поспешные, ребята, действия. Так бы в броню бомбанул, а так прям... А так прям в табло, просто разорвал он меня. Слушай-ка, давай попробуем отыграться с тобой. Берил. Первый, конечно, раунд был хороший, я ничего не говорю. Но этого недостаточно. Поехали. Не выпускаем, ребята, его просто из этой зоны. Зоны комфорта, так сказать. У него когти все-таки, как сказать, подлиннее. И для размаха ему нужна... нужно расстояние. Понимаешь, да, к чему я? А вот если его держать вот на такой дистанции, он довольно-таки ватным становится. Так что Берил отдуплился. Так, ну и кто следующий у нас там? Еще 3 боя. Слушай, я могу, кстати, заточиться. И я хочу броню точнуть. Я хочу точнуть. Так. Где моя броня? Вот она, моя броня. Я ее улучшаю. Только для того, чтобы... Блин, все равно невозможно. Представляешь, в инкубаторе все равно невозможно. Я точусь, точусь, точусь. Все невозможно и невозможно. Гранат. Слушай, а разве мы с ним не дрались? С этим гранатом-то. Да был он с копишком, помню я тебя, парень. Все? Окей. Встаем. Лежим. Тихо, 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 тихо. Ага, поехали. Ой-ой-ой, ну нет, мы терпим, ребята. Мы удары от него терпим. Прям в табло. Нос я ему, конечно, вмял круто. Вовнутрь, согласись. Тут бесспорно было. Победушка. Так. Все, поехали. Ну? Да какого лешего-то, блин, ты делаешь-то? Зачем ты замах такой делаешь? Так, оба-ка. Даже мышка пукнула бы серьезней, чем моя тут газовая атака. Но все-таки я его победил. И у нас следующий поединок. Ты-то кто? Опять топаз. Они повторяются, друзья. Они повторяются. Ладно, вырубим их раз и навсегда и станем главой подразделения безликих. Все? Так, да, голем, ребят, как всегда, дрейфует, за что и получает. С ним как-то, ну, вообще легко. А я ведь хотел заканчивать серию и пойти фармить. А теперь думаю, зачем фармить, если у меня... Ой! Если у меня получается и так все идеально. Подожди, а что там? Там землетрясение? Ты серьезно? Поехали. Там землетрясение, ребята. Прыжок. Нет! А, он сам себя убил, придурок. Сам себе. То есть он как бы мне бросок сделал, часть урона ему перелетела, и он отдуплился. И я перехватил еще один радиообмен. Передаю вам запись. Саван, Титан лично приказал мне взять тень живым. Ты обязан мне помогать, прием. Я лучше знаю, какова его истинная воля. Тень умрет от моей руки. Ты меня не остановишь. Ага. Хочет, не хочет все-таки, да, ребята, сдаваться он? Пошел против Титана, скажем так. Ну что же, это его выбор. В любом случае, я этого Савана уничтожу быстрее, чем его Титан найдет. Тихо. Ой, ой. Что же я вытворяю, ребят? Что я... Не надо вот так вот делать. Вот сам себе 1000 раз говорил. Не надо делать вперед. Просто стой на месте, бомби. Просто стой на месте и нажимай кнопку удара. Все, никаких лишних, блин, телодвижений не надо делать. Понимаешь? Не надо, блин. Нет же, блин, постоянно надо вот что-то выпендриться. Ну... Все, все. 3-й раунд.
Давай, завалим с тобой изумруда, завалим там следующего оппонента и все. И будем отдыхать уже в конце концов. Поехали. В табло прям. Ой, зачем я эту... Хотя здесь пукалка нормально сработала. Но... Давай ты, господи, пробивай ему табло. Так, ну что, друзья мои, 321 чип в кармане. И последний у нас с тобой бой. Это кто у нас там? Рубин, топаз, берил. Даже не алмаз, нифига. Берил. Берилий. Блин, с когтями. Ну ты помнишь, да, тактику? Поехали. Все, он наш, ребята. В плане. Как он живет на микронах, я не могу понять. Он должен был погибнуть, почему у него остается микродоза ХП, и он что-то еще выпендривается здесь. Как он умудряется это сделать? Ну, я жду, 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 поехали. Попали. Продолжаем. Встает. А вот это уже, ребята, опасно. Это уже не зона комфорта, нифига. Это его уже зона. Редкий зверь. Ну все, мы вырубили. Короче, мы прошли с тобой инкубатор. Внимание, Саван обнаружил убежище. Наши бойцы пытаются его задержать, но он слишком силен. Я укрылся в бункере. Но еще немного и... Говорит Саван, ваша база под моим контролем. Слушай меня, тень. Твоего друга Всезнайку я все равно найду. Но у тебя еще есть шанс ему помочь. Саван принимает мой вызов. Ну что ж, друзья мои, конечно же, я ему не откажу, Савану, в этом деле. Но это уже будет в следующей серии. А сейчас я точну броньку. Точну броньку. На шлем, наверное, не хватит мне, да? Не хватит. Да, точну броньку, ребята. И давайте-ка, наверное, маленечко отдохнем. Ну а вам всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующей серии. Ну и продолжим проходить Shadow Fight 2 История Сенсея. Всем пока и до скорого.